Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дима, и вы смотрите канал МТГ Сибирь. Всем привет, дорогие друзья. С вами Дима и канал МТГ Сибирь. И в сегодняшнем выпуске у нас будет Mono Black Devotion. Mono Black Agro, ну, с уклоном в Devotion немножечко. Тут три серых торговца. Кстати, уже давным-давно подзабытый архетип. Появляются новые архетипы более интересные. Старые уходят на другой план. Но, тем не менее, сегодня попробуем сыграть именно такой колодой. С небольшим количеством новых карточек. Итак, три копии деревенских обрядов за одну ману. В качестве дополнительной стоимости мы жертвуем Кричу и дроваем две карты. Четыре зазубренных скорпиона за одну ману 1-2. Когда он умирает, наносит два повреждения каждому оппоненту. А мы гиним два хпшечки. Четыре шепчущих отряда за одну ману 1-1. За две маны ищут себе подобного и кладут в игру затапанным. Да. Два тимарета избранного смерти. За две маны 2 и X, где X это преданность черному. За две маны экзайлит две карты с любого кладбища. И мы геним по одному хиточку за каждую кричу, поэкзайленную таким образом. Две копии хватки тьмы за две маны, -4, -4. Бам! И все, и нету кричи. Три копии горестного бродяги. За 3 мана 3-2, выходит с другом 0-1 белая коза. За сак другого существа мы предсказываем 1, за побег за 5 маны и за изгнание 4 других карт с нашего кладбища мы возвращаем его на поле битвы с двумя жетонами +1, +1 и с козой тоже. Две копии объятий демона за 3 маны, чарка дает нашему зачарованному существу +3, +1 и флайинг. Ну и мы можем разыграть объятие демона из нашего кладбища, заплатив 3 хп и сбросив карту в дополнительное к его мана-косту. Три копии новой карточки полуночник-падальщик за 3 маны, 1 плюс X, 3, да? Полет смертельный касается цепь жизни, сила его равна 1 плюс количество типов карт среди карт на кладбищах оппонентов. Да, вот так вот. 4 смертоносные всадницы, это будет наш ремувал. То есть у нас ремувал это 4 всадницы и 2 хватки тьмы. Я думаю, что этого вполне достаточно. Вполне достаточно. Три копии Аяры первой волквени. Слава богу, она не отротировалась. Я, кстати, почему-то думал, что она отротируется, но... Походу, она не из равники. Ха-ха. За 3 маны 2-3. Каждый раз, когда она или другое черное существо под нашим контролем выходит на поле битвы, каждый оппонент лузает хит, а мы геним хит. За тап и за сак черной кричи мы дроваем карточку. Одна копия пробуждения Агадима. У меня пока она одна, но это дело поправимо. Дело поправимо, пробуждение Агадима. За 3 маны и X возвращаем из нашего кладбища на поле битвы любое количество целевых карт существ с различными монокостами, не превышающими X. Ну, либо как земля, да. Либо как земля. Три копии пастыря кошмаров за 4 маны 4-4. Полет. Каждый раз, когда другое не являющееся фишкой существо под нашим контролем умирает, мы можем его изгнать и вернуть в качестве фишки с монокостом, со всеми делами, но оно еще будет 1-1. Харкское избиение за 4 маны. Разыгрывание циклана стоит на одну меньше. Если под контролем оппонента нет базовых земель, уничтожьте целевое существо. Ну, это, кстати, опция очень редко исполняется. Вообще, я эту карточку взял с возможностью играть ее как землю. Но в то же время, если нам очень нужен дополнительный ремувал, то вот он, пожалуйста, есть. И, собственно, 3 Grey Merchant of Asphodel. Вот такая вот колода, ребята, на... По-моему, прикольно. По-моему, она классная. Я люблю такие деки, вы меня знаете. Я вообще очень большой фанат черного цвета. Для меня это основной цвет еще с тех самых пор, как я пришел в МТГ. И давайте будем тестить. Давайте будем тестить, посмотрим, сможет ли такая колода, как это, что-то в нынешнем метагейме. Go! Итак, первый ход. Давайте кипнем. Нам нужна третья земля, и прямо, чтобы вообще все было круто, да? Скорпион, ходи. Угу. Храмчик, да. Давайте так, давайте атака. Ход. Ну я знаю уже, что это дек. Я вангую, что это дека на Амнате. Сейчас, кстати, одна из самых популярных дек. Да, трактирщик. Давайте трактирщик отправится на кладбище. И атака с нас. И ход. Еще трактирщик. Ладно.
Земля? Нет, не земля, к сожалению. Ну, давайте всадница. Потому что трактирщик это как бы маздобор, и я, ну, не готов к такому. Да что ж ты поделаешь? Ладно. И гигант. Хоть что-то добрать с этого трактирщика, да. А земли все нет и нет, да? Ну давайте тогда, падальщик, порейсим хоть по воздуху, если получится. Угу. Может это просто адвенчер. Может я ошибся. Да, на 4. Нет блоков. Четвертый трактирщик? Ну это прям... Прям жестко. Я вам скажу. Давайте, наверное, в атаку сходим для начала. Хочу. Воришка. Ладно. Ух, надобирал. Да. Да. Что, разменяемся? Размен? Да, размен. Ладно, погенились. Давайте в таком случае Айяра. И шепчущий отряд. И ход. Угу. Да, взорвал земельничку. И поискал себе землю, да? Конечно. Угу, окей. Ну, 4 я, в принципе, готов принять. Почему бы нет? Итак. Пока ничего тут нету, да, для нас? Ну, давайте так. Давайте за землю. Давайте заплатим 3 хп даже. Давайте, наверное, поставим всадницу. Смертоносную. Очень. И давайте, наверное, ход. Так, пока попробуем. Это, возможно, великан встанет здоровый-здоровый такой. Нет, Уджин. Ладно. Я думаю так, что он сейчас выстрелит в Аяру. Да. Давайте в респонс активируем. Найдем шепчущий отряд. А, да. Да. Не будем ничего жертвовать. Атака и... Все, да? Ладно, ничего страшного. Пока ничего страшного. Давайте так. Давайте. Всадница. Лайфгейн, да? Давайте объятия демона сюда. Давайте... Атака. Сюда. Погенились. Нашел себе земелечку. И нашел себе земелечку. Хорошо. Трактирщики 2, 4, конечно, подкачали немножко. Да, Такен. Да, чудище.
Сюда, окей, зашафлился. Угу, опять. Давайте, наверное, ставим блок одним. Сюда. Угу. Давайте так, давайте, бродяга. Давайте атака. Вуджина. Вернули себе 5 хп, ходи. Хотя, наверное, надо было оппонента, конечно, ходить вот так. Ну ладно. Это уже не важно. Надо было оппонента. А, окей. Че, еще один есть? А, ну да, Уджином дожарит, да, сейчас? Ну давайте, во-первых, пожертвуем его. Вот так вот. Да. А, деревенские обряды. Наверное, нет. Да. Великан. Конечно. Пас. Атака всеми. Окей. Давайте тогда встанем в блок, да? Давайте, во-первых, пас. Во-вторых, мы расставим блокеров. Сюда. Этот сюда. Этот сюда. Блок. Теперь давайте активируем. Найдем. Давайте активируем. Найдем. Теперь давайте пожертвуем. Козу. Земля — это вообще не то, что нужно. И давайте пожертвуем один шепчущий отряд. Это можно. Ну и пас. И мой ход. И давайте торговец. И давайте, наверное... Ну, мы не донесем, да, один хит? Мы не донесем уже один хит. Ну и ход тогда. Случай. В таком случае ход. Земля. Фея желаний. Что-то сейчас найдет. Нашел швырок. Ну ладно. Понятно. Понятно все с вами. Так, ну давайте тогда становиться в блок. Давайте тогда в блок становиться. Так. Так. Нет, подожди-ка. Подожди-ка. Давайте раз. Давайте два. Давайте... Три. Давайте. Четыре. Ну и все, да, на самом деле. Хорошая партия, действительно хорошая. Вот это была хорошая партия, да. Блок. Там как бы еще Уджин дожаривает. Ни хреново. Да. Ну и все. Ну и все. Окей. Давайте следующую. Итак, у нас первый ход. Я думаю, эту руку мы кипнем. У нас тут достаточно много ремувала и есть полуночник. Полуночник — очень хорошая карта.
Да что ж ты будешь делать-то, а? Сейчас прямо эти трактирщики. Их как говна за баней. Не успеваешь их убивать. Грабитель, окей. Грабитель ничего не сделал особого. Давайте полуночник. Так. Может быть, даже и грабителей блокать не будем. Нафиг его. Ну, два пронесет, мы два вернем себе. Не критично. О, да, это опасный чувак. Это очень опасный чувак. Давайте тогда, знаете что, зазубрин на скорпион поставим. Давайте всадницу сыграем за монокост. Давайте атака. Вернулись и 2 хп. Окей. Радха, да. Земля. В принципе, наверное, давайте так. Выбирай кого. Кто умрет, а кто останется. Угу. Да. А, всадница зашафлилась в деку. Давайте тогда... Наверное, всадницы убьем Радху, она такая опасненькая. И поставим шепчущий отряд. И атака на 2. И ход. РГ Агро. Сейчас тоже очень распространенная колода. Прям мега распространенная. Ну а что, в ней очень много крутых карт. Почему бы ей не играть, собственно, да? Что, атака? Всеми? Нет? Тогда нет-нет. Короче, если сейчас подрубим землю, то сыграем всадницу и еще один шепчущий отряд, чтобы потом торговец вдарил по полной. Да, нет блоков. Вообще пофигу. Какой-то файтинг. Ладно. Ну давайте тогда, да, так и сделаем на самом деле. Всадница и атака на 2. И ход. Угу. Пас. И ничего, да, больше. Только рыцарь, окей. Который, кстати, не может блокировать. Ну, да, ладно. Давайте отряд. Давайте Грей-Грей. На 7, атака. И ход. О, сейчас будет земля под Эмберклифф. Смотрите, прям вангую земля под Эмберклифф. Вот с этих симбиоз крутая тоже карта очень. За 7 маны, конечно, ну блин. Прям если ее распробовать. Угу. Ну и что, атака? Спасибо. Ну, нормально. Нормально. Хорошо. Давайте еще. Итак, у нас первый ход. Я думаю, что эту руку можно и стоит кипать вообще на изи. Потому что, как бы, ну, первый ход есть, второй ход есть. Бродяги. Вообще круто. Давайте замок. Давайте атака. Далее. Ну и ход. Еще себе кричу сделаем. Если же убить захотят, ну, пожертвуем. Или все равно сделаем. Че терять? Хорошую карту. Да. Крабоид. Ну да, помилил нам 6 карт. Печаль. Великая.
пас. Мой ход, да? Давайте активировать. Это Жаяра. Ну, я так думаю, что мы в атаку сходим. С удовольствием вообще. Угу. Ну и ход. В конце хода помилит нам еще. Но я думаю, что это бело-синий вариант. Сейчас он, кстати, популярный бело-синий милинг. Там просто есть мастер-мал хороший, ультимативный, да? И поэтому им играют. Или же нет. Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет дальше. Земля. Раз, два, три. Угу. Наставничество Тефри, окей. Понятно. Угу. А, да, вот так вот. Без проблем. Ну, давайте. Бродяжка. Триггер. Давайте атака. И даже в 7. На 2 пройдем. Угу. И ход. Нужно рейсить. Нужно пытаться рейсить, потому что милинг сейчас очень быстрый. А у нас такая дека не самая агровая. Не монорет, да, не РГ. Чтобы... А против РГ мы хорошо стоим. Ой. Вот это опасно уже. Это уже начинает быть страшным. Вообще капец. Крабы вообще крутые. Оу. Бэйби. Да. Вот это прикольная опция. Мне по кайфу. Ну да, у нас что-то карт маловато уже. Уро, да? Да. Угу. А нет, да, еще одной земли. Ну давай их. Тогда дальше. Окей, деревенские обряды. Пожертвуем козу. Угу. Ну, на самом деле, вот это круто. Мой ход. То есть, если нам еще Грей Мерчанта подровать. Блин, это будет вообще офигенно. Ну, наверное, мы так и будем пытаться сделать. Давайте. Пастырь. По хиточку. Атака. В семи. Сюда и... Сюда. Ладно. Далее. И ходи. Да, помилим. Там не всех Греев еще смилили. Сколько их тут? Получается, раз. А, раз. И все, ой. Это не очень хорошо, но терпимо. Да. Думаю, что сбросить. Нам нужен один ход. И Грейси найти в конце хода. Разрешить все. А так, еще один ушел, но еще один в деке остался. Окей. Еще уру, да, сбросил. Дальше. Тр
13 земель у нас. Так, это что он? Ладно. 6 земель. Осталось 7 карт. Если он сейчас нас помилит на 8, то мы проиграли. А вот и мил на 8. Что ж делать-то? Что ж делать? 9 хп мы ему сейчас не снесем, да, никак? Давайте попробуем. Чё бы нет. А на самом деле без разницы, нам же сейчас все смилят. Чё я там? С краю. Да? А другое существо. Ну и все на самом деле. Ну и все. Ладненько, ребята. Вот такой вот моноблэк получился. Ну, мне на самом деле им приятно играть. Для меня он такой, как-то, как сказать... Я любил всегда играть моноблэк девоушеном, и для меня он такой ностальгический получается. Мне он нравится. Я думаю, что если его подстроить под текущую мету нормально, то, в принципе, им играть можно. Но без тестингов я его как бы не могу рекомендовать. Всем спасибо большое, друзья, за то, что были сегодня со мной, то, что досмотрели видео до конца. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Пока!